Сегодня во всех красноярских школах прошел единый урок под названием «Навстречу универсиаде». Школьникам рассказали о всемирных студенческих играх, их истории, а также о значимости этого события для города. В роли учителей выступили известные красноярцы. Подробности в сюжете Екатерины Самохваловой. В каждом образовательном учреждении нашего края прошел единый урок, посвященный проведению в Красноярске зимней универсиады 2019 года. Об этом важном событии школьникам рассказали спортсмены и послы универсиады. Добрый день, ребята. Очень приятно, что вас сегодня так много в зале, что у нас будет возможность с вами поговорить о том, что такое универсиада. В гимназии номер 13 единый урок для школьников провела Екатерина Пешкова, заместитель губернатора Красноярского края и куратор заявочной кампании Красноярска на проведение универсиады. Стены этого учебного заведения для нее родные. Она сама здесь училась. На едином уроке заместитель губернатора рассказала школьникам о том, что в программу 29-й зимней универсиады войдет 8 видов спорта и 55 дисциплин. Детям показали заявочное досье, составленное на английском и французском языках, и презентационный фильм, который является своеобразной заявкой на проведение в Красноярске такого масштабного мероприятия. The fury of snowstorms gives us energy. The eternal might of nature inspires us to win. Snow and fire. Универсиада – это очень яркое событие, событие, которое позволит заявить о Красноярске совершенно на новом уровне. Ну и, конечно, наши ребятишки – это будущее нашего универсиада, это, соответственно, наши волонтеры, это те ребята, которые впоследствии, я очень надеюсь, придут к нам работать в дирекцию. Поэтому, конечно, для них важно, чтобы они тоже чувствовали, что в этом городе будет происходить такое значимое событие, ну и, конечно, чтобы они активно принимали в нем участие. Проведение такого урока не случайно. В общеобразовательных учреждениях Красноярского края, да и всей России существует традиция начинать каждый новый учебный год – занятие, которое посвящено какому-либо значимому событию в жизни нашего края, страны или всего мира. В настоящее время таковым является зимняя универсиада 2019 года. Эта тема сразу же нашла отклик у школьников. Ну, я буду очень счастлив, конечно, за спортсменов. Мне в то время уже будет где-то 20 лет. Да, может, и я буду там участвовать, возможно. А ты бы хотела вообще участвовать? Конечно, это огромная честь и это интересно. Красноярск поднимется в глазах России и всего мира. Я считаю, что это нужно для Красноярска. В гимназии номер 8 в это время встречали другого известного красноярца – Романа Орешникова, двукратного победителя Кубка мира по бобслею. Значимость, во-первых, идет международная, потому что обычно, когда к нам люди приезжают, либо выступая на международных соревнованиях, ты говоришь, что ты из Сибири, у них представление идет – это лес, деревни и медведи. Все, то есть, что на самом деле у нас здесь все развито, все довольно хорошо и прекрасно, то есть люди узнают о нас. Если Красноярск получит право на проведение зимней универсиады, наш город существенно преобразится. Построят Академию зимних видов спорта, несколько ледовых арен, реконструируют центральный стадион. 14 сентября Красноярск сдает заявочную книгу ФИСУ, а кто победит, станет известно 9 ноября. Эту тему я предлагаю обсудить на нашем сайте afontova.ru. Ну а если у вас есть другие новости, звоните лично мне, мой телефон 292-52-49. Екатерина Самохвалова, Дмитрий Кучко, Афонтова. Новости.